Кореницы. Здравия желаю, товарищ руководитель! Поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием государственной итоговой аттестации. Ура! 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 Уважаемые выпускницы, я вас от всей души поздравляю с вашим праздником. Это ваш первый этап вашей жизни, ваши первые экзамены. Впереди еще ждут много новых трудностей, новых экзаменов. Но окончание 9 класса – это та маленькая ступень, тот промежуточный пункт, где вы уже становитесь почти взрослыми, хотя все равно остаетесь теми же маленькими девочками, маленькими детьми. Я очень надеюсь, что через лето мы с вами все вновь увидимся. Вы уже здесь будете на этом стоять плацу, все повзрослевшие, красивые, и уже готовиться к новым испытаниям и к новому этапу вашей жизни. С праздником! Номер 292 от 27 июня 2023 года. Приказываю считать окончившими государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы Первый Московский кадетский корпус и выдать аттестаты об основном общем образовании с отличием Александровой Любови Алексеевне, Великородовой Влади Андреевне. Я в первую очередь обращаюсь к мамам и папам. Я поздравляю вас с тем, что ваша девочка, ваша дочка получает аттестат об основном общем образовании. И я обращаюсь к звездному, любимому моему, любимой параллели кадетской школы государственных воспитанниц. Вы гордость корпуса. Вы шли в строю торжественного марша, парада 9 мая на Красной площади. Вы блистали на кадетских и светских балах. И я очень рада, что я имела возможность с вами познакомиться. Вы замечательные, не только красавицы, вы умницы и очень хорошие, порядочные девочки, которым действительно можно гордиться. Я поздравляю вас с получением первого документа об образовании, аттестатом об основном общем образовании. Слово для напутствия предоставляется нашему почетному гостю, нашему другу, заслуженной артистке России Людмиле Владимировне Татаровой. В истории нашего великого государства, нашей России, женщина всегда играла важную и очень почетную роль. Женщина делала эту страну лучше. И не только на руководящих должностях. Даже находясь, как мы говорим, в тылу.
От женщины зависит очень много. Ведь недаром говорится, за каждым гениальным мужчиной стоит великая женщина. И вы продолжение нашей истории. Я не знаю, что будет с вами и с каждой дальше. Кто-то будет руководить, кто-то будет матерью, кто-то найдет себе какой-то другой путь. Но что бы вы ни выбрали в этой жизни, чем бы вы ни занимались, помните одно – делайте все с любовью. Только любовь творит чудеса и добро. Только любовь может построить, а не разрушить. Ну что ж, дорогие наши кадеты, воспитанницы, наши девочки, я хочу пожелать вам на самом деле быть сильными, быть смелыми, упорными. Всегда добивайтесь своих целей. Никогда не отступайте, даже если кажется, что все уже совсем потеряно. Я вас очень люблю и поздравляю вас с этим маленьким шагом в вашу большую, насыщенную, яркую жизнь. С праздником! От лица родителей хочется поблагодарить руководство школы, весь педагогический коллектив. Спасибо, что были не только проводником к знаниям для наших детей, но также и учили дружить, любить родину, быть настоящими гражданами, патриотами нашей страны. Дорогие выпускницы, дорогие кадеты, вы получили фундаментальные знания. В этом быстро меняющемся мире очень важно получить фундаментальные знания, потому что вчера были востребованы одни специальности, сегодня другие, завтра будут третьи. Получив эти знания, вы сможете выбрать свой путь, выбрать ту работу, ту специальность, которая вам будет по душе. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом. Я желаю вам приумножать свои знания, двигаться вперед к своей цели. Будьте достойны звания кадеты, будьте счастливы и успешны. Звучит музыкальное поздравление от Людмилы Владимировны Татаровой. «Ветер перемен». Все, кто знает, могут подпевать, конечно. Очень важные слова заложены в песне. Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей летят ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей. Сердца людей срывают дверь с петель. Кадеты, российская гордость, любовь и надежда. Они так же юны, стройны, как раньше, как прежде. Как прежде прекрасен их лик, благородны манеры. Они соль земли, они будущие офицеры. Кадеты, не роды подростков, шагающих строем.
кадетство есть кузница наших российских героев. Кадеты, лишенные зависти, подлости, лести, впитали традиции и благородство, и чести. Вальс кадетский, вроде бы обыкновенный, вроде светский, но все же военный. Вальс вашей чести порука, дайте ж, сударыня, руку. Вас приглашает на вальс кавалер, будущий офицер. Пусть с вами танцует российское наше кадетство. Кадетство не звание, а состояние сердца, которое бьется в едином слиянии природном с прекрасным, святым и великим народом. Пусть кружится вальс бесконечный от лета до лета. Пусть будут прекрасны всегда молодые кадеты. Пусть вальс разливается мощно, легко и красиво. Пусть дам приглашают молодые кадеты России. Вальс кадетский, вроде бы обыкновенный, вроде светский, но все же вальс.